Добрый день, мы педагоги ансамбля народно-сценического танца «Мечта». Хотим сегодня вам показать комплекс упражнений, который пригодится в виде разминки для любого вида танцевальной деятельности. Вот. Прежде чем начать серьезно заниматься, нужно всегда разогреть свой мышечный аппарат. И вот эти упражнения мы сегодня вам покажем. Каждый урок мы начинаем с поклона. Вращаем головку. И в другую сторону. Плечики. И раз, и два. И по одному. Раз, два, раз, два. Вращаем плечи назад. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вперед. Раз, два. Это закончили. Закончили. Дальше мы встаем, ножки поправляем, ручки в подготовительное положение и делаем релеве с подъемом рук в третью позицию. Три четверти. Наклоны. И вращение корпуса. И в другую сторону. Закончили. Дальше мы поднимаем ручки наверх. И у нас будут наклоны по 8 во все 4 стороны. Быстрое. Можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И в другую сторону. Шесть, семь. Вперед. Спинка прямая. Делаем такую полочку. И назад. Спасибо. Дальше упражнение на растяжечку небольшую, да, и на разогрев задней мышцы ноги. Наклоны к ножкам. И раз, и два, три, и ролеве. Чуть-чуть поспокойней. А теперь вперед-назад. За ножки. Ноги составляем. И раз, два, три. И складочку сложились. Ой, ой, ой. Выросли. И еще разок складочку сложились. Выросли. И так как у нас народный танец, да, мы обязательно должны подготовить стопы для работы. Поэтому мы сейчас сделаем разогрев небольшой стоп и деми-плие с ролеве, чтобы у нас наши ножки были готовы к следующим упражнениям.
И также это все можно потом использовать, садиться на партер и растягивать уже свои мышцы. Раз. Другой ножкой. Еще разок повторяем. И другая нога. Дальше плие релеве. И только релеве. Спасибо. Дальше мы хотим предложить небольшой комплекс элементарных вообще движений по народному танцу на дробях. Первое движение, которое мы хотели в дробях показать, это самая простая дробь, называется горошек. Это простые перескоки. Значит, все дроби делаются на плие. Вот, ноги поднимаются обязательно коленочком вперед и невысоко, то есть она не должна подниматься сюда, не должна быть сильно низко. И назад вот так вот ни в коем случае тоже мы не делаем. Вот, следим за тем, чтобы это все было грамотно, и наш корпус должен стоять наверх. Вытянутая спинка, и мы всегда должны тянуться наверх, несмотря на то, что мы сидим в плие. Сели. Двигаться вперед и назад. Все, спасибо. Следующее движение – это дробь, называется тройной перетоп. Она тоже простая, и ее несложно делать. Спасибо. Для того, чтобы сделать такое сложное движение гармошка, мы сначала должны научиться его делать движение елочку называется. Оно простое, элементарное. Мы поднимаем носочки и двигаемся в одну сторону, а потом пяточки. И вот таким вот образом мы с вами ходим и делаем. Да, потом в другую сторону. Пришли. После этого мы ставим в первую позицию выворотную, да, и начинаем с вами делать постепенно, поднимаем пяточку, поворачиваем сначала пяточку, потом носочек, носочек, пяточка. И вот таким образом мы походили. И в обратную сторону походили. 6, 7, 8. После этого мы поднимаем одновременно пятку с носком и начинаем вот так вот это все делать. Мы сейчас попробуем весь этот комплекс упражнений сделать под музыку. Начинаем с елочки. Вступление большое. Сторону. Встали в первую позицию. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Одновременно поднимаем. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7 и в другую сторону. И вот получилась наша гармошка. Спасибо.
Следующее упражнение – веревочка. Веревочка тоже начинается всегда с самого элементарного, с простой веревочки, одинарной, но к ней постепенно начинают добавляться усложнения, то есть она потом может добавляться как двойная, с двойным ударом, с выходом на каблук, с выходом на ковырялочку. Сейчас мы начнем с простой веревочки, а потом немножечко ее усложним. Веревочка делается из пятой позиции, в глубоком плие. Вот. И когда мы ее выполняем, мы стараемся не прыгать, не вытягивать вот эти колени. То есть мы должны сидеть в глубоком плие и держаться. Опять же, мы держим всегда спину, корпус, да, и очень сильно натягиваем колено. Большая ошибка бывает у людей, которые начинают там учить какие-то элементы, они веревочку делают вот так вот, да, в растопырочку. Нет, мы это делаем все по ножке. Начнем с простой веревочки. Да. Сейчас мы усложняем и двойной удар, и двойной. Еще. Спасибо. Сейчас мы покажем еще один элемент веревочки, да? Он будет у нас с выходом на каблук и с ковырялочкой. Вот. Когда вы уже научитесь хорошо делать веревочку в плие, мы начинаем ее уже делать на полупальцах. То есть она идет на вот таких высоких полупальчиках. Можно? Выходом на каблук. Раз, продолжаем простую. И с ковырялочкой. Спасибо. Хотим вам еще показать тоже также простую дробь, притоп, одинарный и двойной. Также можно еще его украсить при помощи рук, которые будут открываться через первую позицию, во вторую и обратно приходить на талию. Можно, Светлана? И вот здесь ручку добавляем. И другая ручка. Спасибо. Ну, на этом мастер-класс наш мы заканчиваем. Спасибо вам за внимание, здоровья вам и занимайтесь танцами. Это всегда полезно.